у французской одной королевы. Точно вам какой, не скажу. Среди фрейлин была Женевьева, по прозванию кружка Жужу. Хороша, как библейская Ева, словно майская роза свежа. На дворцовом балу Женевьева повстречала красавца пажа. Женевьева повстречала красавца пажа. Знать, такая судьба Женевьевы, о чем говорить юных пажей. В сказках любят пажи королеву, в жизни предпочитают жужей. И мечталось о маленьком счастье в одиноком уютном шале. Злое ненастье и свеча на дубовом столе. Чтоб за окнами злое ненастье и свеча на дубовом столе. Ах, мечты им не суждено сбыться, среди фрейлин приметив Жужу. Некий герцог задумал жениться, и Жужу отказала пажу. Паж рыдал, а она хохотала, я за это ее не сужу. Дальновидная девушка знала, что достанется все же пажу. Знала, что достанется все же пажу. Есть у женщины верное средство. Помер герцог в постели Жужу, а вдова прихватила наследство и вернулась обратно к пажу. В общем, все завершилось прекрасно, а другого никто и не ждал. Это старая-старая сказка и вполне современный финал. Сказка и вполне современный финал. Это старая-старая сказка и вполне современный финал. И вполне современный финал. И вполне современный финал. Анастасия Шафран.